Дорогие друзья, приветствуем вас на изучении урока субботней школы вместе с Заокским университетом. Мы продолжаем обсуждать цикл уроков под названием Истина для настоящего времени в книге Второзакония. Сегодня мы рассматриваем урок Пришелец в жилищах твоих. Вместе со мной мои коллеги, преподаватели Заокского университета, и мы вместе попробуем посмотреть на важные вопросы в этом уроке. Как обычно, в субботней школе мы изучаем тема за темой и дается основной библейский текст. И в нашем уроке это в Трезаконе, 10 глава, 19 текст. Потому что и вы должны любить переселенцев, помня, что и сами вы были когда-то переселенцами в Египте. Да, основной текст э, приводит нас к мысли о переселенцах или же, как в синодальном переводе об этом сказано, пришельцы, э, которые живут в этом мире. И, собственно, священное Писание э, напоминает нам, что каждый из нас, житель этой земли, является пришельцем э, в этом мире. Уже в прошлом уроке э, мы сталкивались с важными словами Иисуса Христа, который задавал вопрос о важной заповеди, и мы находим, как Иисус Христос отмечает две составные закона, то есть заповедь «Возлюби Господа Бога твоего» и другая, равная ей, «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот Пожалуй, вот этот баланс между двумя скрижалями и важностью э, первой и второй скрижали э, мы будем просматривать вот э, в ходе обсуждения этого урока. и в частности больший акцент позже мы сделаем на вторую скрижаль и увидим на важность э, служения и помощи, которую христианин должен оказать э, пришельцу. Господь ожидает обращения своего народа. И в священном писании мы неоднократно читаем, как Господь обращается к жителям этого мира, ожидая, чтобы они приняли спасение, которое Он гарантирует каждому. Когда мы смотрим на священное писание, которое описывает историю, и в частности историю народа Божьего, мы находим, что не всегда дети Божьи следовали его словам и не всегда были послушными. В Ветхом Завете отводится большое место народу израильскому. И важно сегодня нам обратиться к тому, что произошло у горы Харива. Как повел себя народ и что вообще там происходило. Это было время, когда Господь вел свой народ по пустыне, и настало время, когда он хотел передать народу своему закон свой. В каких обстоятельствах это происходило? Ну, мы когда читаем, в принципе, и в самой книге Второзакония есть вот этот вот экскурс, собственно, с этого книгой начинается, с пересказа вот этих вот 40 лет, странствий, с того момента, как они вышли из Египта, подошли к э, Синаю и э, заключили завет с Господом, и потом что произошло дальше. Собственно, э, вся история э, вот этих 40, 40 лет странства Израиля по пустыне, к сожалению, это история э, постоянного противоборства израильского народа своему Господу, непослушания, неповиновения упорство, своеволие, ну, как бы, то есть, что не история, то как раз-таки вот демонстрация того, что не, не так или не это, они делают, или не по их, или им надо вот это, а им этого не дают. Ну, вот, то есть, как бы, не случайно, что вот один из таких моментов, с которым мы сталкиваемся в книге Второзакония, ну, как бы, мы должны понимать, что Моисей говорит слова этой книги на пороге земли обетованной. Вот Израиль должен туда вступить. Израиль должен, а Моисей нет. То есть это как бы последние слова, своего рода завещания. И вот как бы он уже, так сказать, наполненный вот этим опытом с израильским народом 40 лет, он понимает, что живет в сердце народа, чем, так сказать, они дышат, каковы их мысли. И вот не случайно в книге Второзакония он снова и снова призывает израильский народ не быть упорными, ну или как вот в синодальном переводе это выражено «не будьте жестоковыны». Как бы используется вот эта метафора, связанная с животным, которому хотят одеть ермо для того, чтобы ему было легче работать, а он упирается, он всячески мешает. И вот как бы Моисей снова и снова обращается к израильскому народу и, просит их, вот, чтобы они так сказать, пересмотрели свой подход к взаимоотношениям с Богом. На протяжении многих лет народ упорствовал, народ не следовал воле Божьей. И даже в такой решающий момент, когда они, скажем так, были готовы принять Божий закон, когда Моисей отправился на гору, чтобы получить закон, а они не дождались возвращения Моисея, они почему-то решили что неизвестно, куда ушел Моисей и когда Он возвратится, и решили э, ну, в одночасье сменить образ жизни. Они впали в поклонства, э, Они были непокорны Господу. А как в итоге поступил Моисей, который возвратился с горы? Он нес ведь закон, который дал ему Господь. Когда Моисей еще был на горе, Господь предупредил его. Он попросил его спуститься немедленно, потому что, говорит, народ, который ты вывел из земли египетской, он впал в поклонство. Моисей настолько был в очень серьезном потрясении от происходящего. Почему? Потому что он спускается, он видит большое изваяние тельца или быка, и он видит народ, который пляшет, веснуется, и который уже абсолютно ничего из выхода своего из египетского плена, как будто ничего не было, как будто ничего, Господь не совершил никаких чудес, не было проявления божественной силы, как будто народ напрочь все это забыл, как будто это ничего не оставило в сознании, в памяти людей. И Моисей в очень серьезном сокрушении духа. И я так думаю, что, наверное, скорее всего, там целая палитра чувств, и в том числе и разочарований, горечи, и все-таки недоумение. Он просто бросает эти скрижали каменные на землю, и они разбиваются. И народ видит это. Это очень драматические события. Казалось бы, что народ должен в смирении сердец, в благоговении ожидать возвращения Моисея который встречается с Господом, но народ себя повел, повел таким образом. И вот удивительно, как в ответ поступил Господь. Само по себе вот это действие с разбитием скрижаля, это же не, не просто... Mm -hmm. То есть нельзя это списать только на как бы, эмоции, mm -hmm. э, вот вспылил. Моисей, и, значит, а, да, пускай разобьются эти скрижали. На самом деле это было как бы символическое действие, потому что вот все то, что Бог сказал, вот в этих десяти словах, они же представлены как слова завета, вот. это все одним действием народа израильского было просто перечеркнуто. Нет этих отношений. И э, помните, да, э, значит Моисей э, молится об израильском народе. Бог говорит, я его истреблю. Моисей говорит, ну а как же вот те обещания, которые ты давал? Как же вот э, да, что, да, народ, что, скажет, что скажут другие народы? И в итоге мы приходим к тому, что Бог обещает, э, как бы обновить Завет. И уже дает повеление потом Моисею снова подготовить скрижали, вот, другие, которые э, будут даны вознаменование того, что вот то, что было разрушено, оно как бы снова э, возвращено. Да, уже не так, то есть как бы, скажем... Э, невинность и чистота уже утрачены, они потеряны. Но Бог, тем не менее, пытается вот как бы строить со своим народом отношения, вот исходя из той ситуации, в которой он находится. То есть не бросает их полностью, не оставляет их, а продолжает вести вот, ну, исходя из того, что есть, из того, что можно. Удивительно, что это говорит нам о Боге, который отнесся вот к такому отступлению, отступлению своего народа. Он не сказал, все кончено, я ведь вам уже дал закон. Это говорит о Божьей любви, о Его безграничной милости, что Он пошел на то, что сказал, хорошо, есть выход. Моисей, вытиши. Другие скрижали. И я снова напишу этот закон. Итак, это говорит о том, как вел себя народ Божий, собственно, как и продолжает, и как Господь продолжает любить свой народ, прощать и заботиться о своем народе. Прочтем небольшой отрывок в Второзаконе, 10 глава, с 14 по 16 тексты. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля – и все, что на ней. Только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны». Да, Господь дает повеление и говорит своему народу, что им нужно сделать. Какое духовное значение имеет вот этого образного, этих образных выражений? Да? Мы понимаем, что Физическое обрезание ⁇ это знак в древности завета Божьего. Но очевидно, что речь идет о духовном значении этих слов. Они имеют, имели значение и тогда, когда Господь обращался к Своему народу, и сегодня имеют большое значение. Как мы можем их отнести к себе сегодня? Ну, а... Как образное это обрезание может относиться и к нам? Ну, пророки, мне кажется, отчасти вносят пояснение вот в этот образ. Хотя и сам Моисей неоднократно тоже вот образ обрезания сердца использует. Вот здесь мы в 10 главе читаем, потом чуть позже, в 30 главе Моисей тоже будет об этом говорить. Но, наверное, больше всего об этом говорит Иеремия и или Они говорят оба в контексте того, что э, Бог э, изменит отношение человека к Богу, то есть Бог изменит отношение человека к самому себе. А, потому что то, чем характеризуется жизнь человека вот, с сердцем необрезанным, это вот как раз-таки упорство, это непослушание, это состояние восстания, бунта. А человек с обрезанным сердцем это человек, который Богу послушен. Человек, который следует. Поэтому, если говорить вот, как бы о значении, что значит обрезанное сердце, это сердце, которое послушно Богу, сердце, которое с трепетом и любовью относится к тому, что Бог говорит в своем Слове и стремится жить так, как это Слово говорит. Божья милость и благодать безграничны. Господь и в древности любил свой народ, прощал и призывал, чтобы они приняли Его, чтобы они, как образно, здесь сказано, обрезали плоть, крайнюю плоть сердца своего, и чтобы смирились перед Господом. И сегодня Господь продолжает вести нас и обращаться к нам с этим же призывом. Это поможет нам жить с Господом, быть верными ему и исполнять то, что Он ожидает от нас. И мы уже вначале говорили о том, что Иисус Христос когда-то говорил о важности исполнения и первой скрижали закона Божьего, и второй, чтобы мы любили как Господа Бога, а также любили и ближних. И в этом уроке мы также посмотрим и на то, как мы должны относиться к ближним и, в частности, к пришельцам. Обратимся к очередному тексту Это книга в десятая 10 глава, 17 по 19 тексты. «Ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Какая характеристика Бога здесь? Кем является Бог? Все ему принадлежит, и он всем управляет. Тем не менее, Здесь говорится об отношении Бога к человеку и как Он обращается к нам, христианам, и поощряет нас и призывает нас, чтобы мы также относились э, к своему ближнему. Здесь также говорится о том, что Бог нелицеприятен, одинаково относится ко всем, и этому сегодня учит нас Господь. Удивительно, почему вот мы только что прошли... Прочли отрывок. Великий Бог, который обладает всем, управляет всем, вдруг он отмечает определенную категорию людей. Здесь говорится о пришельцах. Почему вдруг такое внимание уделяется вот этой группе людей? Как вы думаете? Ну вот можно чуть-чуть раньше. Вот смотрите, вот в новом переводе интересно звучит, звучат такие слова, что Бог чужд, при страсти людских и не подкупим. И вот мне нравится то, что в принципе <клес> Моисей закладывает самые основы жизни э, э, в из израильском народе. Самая первая основа это, это что? Это то, что Бог он, он обращает внимание, говорит, вы посмотрите вокруг себя. Вот все что все на чем вы стоите, все что вы видите, все что потом вы будете, все то чем вы потом будете владеть. Это Божье, это все принадлежит Господу, и вы принадлежите Господу. И тем самым это должно было давать людям понятие, вот избежать вот этого какого-то собственничества, такого варварского отношения к ближнему, к своему. И поэтому, соответственно, так как Бог владеет всем и дает людям, чтобы у них что-то тоже было, вот в мире всегда было достаточно много людей, у которых которые в чем-нибудь чем, в чем нуждаются, сироты, вдовы, люди обнищавшие, люди у которых ну какие-то были очень неприятные обстоятельства в жизни вот и э, мы всегда видим что это та категория людей, которая чаще всего она была в пренебрежении чаще всего вот и поэтому Господь обращает внимание что если израильтяне которые верят и поклоняются всемогущему Господу, а Бог беспристрастен и не имеет людских, э, ну, людского отношения к людям, то, соответственно, что очень важно и к тем людям нуждающихся категории относиться, соответственно, с любовью. Потому что вот здесь, вот, когда мы читали памятный текст, вот даже написано, что вы должны любить переселенцев. Видите, даже ну, как что-то наподобие зап заповеди вкладывается смысл вот в эти слова и жизнь. Вот. Почему? Потому что человек очень быстро становится, ну, если, простите, э у него собственнические отношения, э -э, собственнические отношения ко всему. И, вот, и человек очень быстро ставит границы и очень быстро, э -э, когда смотрит на людей, вот, подразделяет на определенные сословия, категории. Есть люди, к которым я буду хорошо относиться, эти недостойны, эти достойны. Ну и, к сожалению, это продолжается в принципе все время существования человека. Да, вот что вы думаете? Мы сейчас рассматриваем преимущественно э, книги Ветхого Завета, в частности, книгу второзакония, где речь идет о народе израильском. Вот что вы скажете в контексте того, что народ израильский это был особый народ, избранный народ, ну, избранный Богом. Вот в контексте вот такого особого положения народа израильского, что можно сказать вот, вот об этой другой социальной группе людей? Наверное, что Господь им хочет сказать, что «да, вы особый народ у меня, но это не значит, что вы должны э, быть смотреть свысока на остальных людей. Я поместил вас вот в это положение» для определенной миссии и для определенной цели. Не для того, чтобы э, различать людей, национальности и расы на этой земле, а для того, чтобы вы выполнили определенную миссию. Вот в контексте вот призвания народа израильского, пожалуй, пожалуй, это имеет значение, поэтому Бог неоднократно подчеркивает самые различные социальные группы людей. Да, Очевидно, что и среди народа израильского были э, люди этой категории. Но неоднократно здесь говорится и о тех, э, кто не принадлежал к народу израильскому. И в этом контексте, пожалуй, Господь учил свой народ, чтобы они на равных относились ко всем людям, потому что все люди являются творением Божьим о ком Бог заботится. Да, и вот здесь интересно было бы подметить, но ну, в прошлом уроке говорили о том, насколько важным является для книги Второзакония мотив любви к Богу. И здесь мы тоже вот с этим сталкиваемся, но ну, идея любви повторяется. И если мы посмотрим на заповедь, ну вот на это повеление ⁇ любить переселенца ⁇ то оно имеет двойную мотивацию. Вот если вот прочитаете, как бы так вот интересно, оно построено. Сначала Бог говорит о себе, потом призывает любить пришельца, а потом Бог говорит: помни, что вы и сами были когда-то пришельцами. То есть как бы вот такая двойная мотивация. Одна основана на том, кто Бог, другая на своем опыте. Интересно, что вот мне кажется, вот это, это повеление очень хорошо показывает, почему Важно вот э, говорить о любви к Богу как об основе всякой этики. Почему Бог не апеллирует только к опыту израильского народа? Потому что опыт – это вещь, которая очень легко забывается. Ни для кого не секрет, что в истории было множество э, как бы таких событий, когда рабы восставали. В особенности, если мы говорим о древнем античном мире, никогда это не приводило к смене строя. То есть, что происходило? Рабы восставали и становились господами. А те, кто были господами, превращались в в рабов. То есть как бы э, опыт, э, пережитый людьми, людьми в прошлом, не менял их на самом деле мировосприятие. Поэтому Бог в данном случае апеллирует не только к тому, что вы были пришельцами, потому что на, можно найти тысячи объяснений, что я был в совершенно других ситуациях, совершенно другой ситуации, нежели вот тот человек, который сейчас оказался рядом со мной. Я был вынужден, а он не вынужден. У меня были там такие трудные обстоятельства, а он просто приехал. Ну и так далее. Или там пришел. И вот поэтому э, Бог вот в данном случае он апеллирует к тому, каков он, и дальше уже исходя из этого он говорит о том, как люди должны вести. Мне кажется, вот эта связка очень важна, потому что она пока... мы очень много о Завете рассуждаем, вся книга второзакония о Завете. И не так давно у нас даже был целый квартал, мы изучали уроки субботней школы, посвященные Завету. И вот очень часто говорим о Завете, Завет, Завет, Завет. Вот некое такое абстрактное понятие, которое вот где-то витает, но никто его пощупать не может, да? Вот книга Второзакония своим повелением о любви к переселенцу, но еще там целым рядом повелений, которых мы там чуть позже посмотрим, она показывает, что на самом деле завет это что, это то, что можно пощупать. Завет проявляется в том, как ты относишься вот к человек к другому, да, вот как бы, ну есть такое условно, да, но ну, это в авиации, да, позывной свой чужой проверяет, да, какой там, кто летит значит, наш или не наш. И известны примеры, когда заканчивалось, что не наш, чужой был. Да? Вот то же самое происходит нередко в жизни людей. Вот посмотрите на, на детей. Да? Вот приезжает какой-то новый ребенок или там из другого района приходит. Да? А, сразу же что? Чужой. Вот свой, есть свои, есть чужие. Потом мы проходим дальше, люди взрослеют, а отношения это не меняются. То есть люди уже взрослые, Приезжает человек из другого города, из другой страны. Мы свои, да. а он чужой. И вот как бы книга второзакония показывает, а вот завет ты можешь пощупать, ты можешь увидеть в том, как ты относишься к чужому. Да, совершенно верно. Очень правильно, правильная логика. И неспроста мы уже отмечали, и сам Иисус Христос подчеркивает эту взаимосвязь. Первое скрижали, и второе скрижали. Понимание и отношение к Богу и отношение к своему ближнему. И не зря Господь напоминал своему народу, как мы читаем во Второзаконии в 10 главе, в 19 стек тексте, <coughs> чтобы они помнили о том, что когда-то они сами были пришельцами. Ведь, э ведь мы знаем из истории, сейчас мы не будем детально об этом говорить, тем не менее только отметим, что ведь народ израильский оказался в египетском рабстве. А если вспомнить немножко раньше, когда Господь вызвал к существованию народ израильский, вы помните, Он призвал Авраама. Помните, что говорил Господь Аврааму? Ну, в книге Бытие мы читаем в 12 главе, затем чуть позже в 15 главе. Господь вызвал Авраама выйти из той земли, где он жил, из того окружения, в котором он находился, пойти совершенно в другую землю. И когда он пошел туда, кем оказался? Пришельцем. Более того, Господь сказал Аврааму, это, это не случайность, и это не только ты один, потому что все жители этого мира пришельцы, ты призван мною, являешься пришельцем. И помни, что когда-то твои потомки продолжат вот это положение, или же даже, можно сказать, состояние быть пришельцем. Вот оно и произошло. И мы читаем, что Господь напоминает народу израильскому, вы помните, что вы были в египетском рабстве, вы помните, в каком положении вы были, вы помните, какой несладкой была ваша жизнь. Так вот, запомните, что вот эти другие люди на которых вы смотрите, может быть, иной раз высока, и которые являются пришельцами, они переживают тот же самый опыт и ту же самую нужду, в которой э, когда-то были вы. И, собственно, когда мы говорим об Аврааме, когда Господь его вызвал из ну, той земли, где он жил, из его родины, отправиться в другую страну, ведь Он призвал Авраама на миссию на миссию быть благовестником и проповедовать о Господе. Сегодня можно сказать, что мы также являемся благовестниками, ведь Господь призвал каждого христианина свидетельствовать о Нем. И когда мы вступаем в соприкосновение с пришельцами, то мы обретаем вот этот опыт взаимодействия с людьми. Когда мы вступаем в отношения с пришельцами, поддерживаем им, помогаем их. Ну, может быть, какие-то физические нужды, а может и духовные то на самом деле мы выполняем ту великую миссию, э, которой призвал Господь нас, как своих последователей, как своих детей, как христиан, быть благовестниками и нести благую весть. Вспомнить даже и основателей церкви адвентистов седьмого дня – как они относились к другим людям, к странникам, пришельцам. В частности, пожалуй, те, кто знаком с историей раннего периода церкви адвентистов 7-го дня, пожалуй, читали о семье Уайт. Нам известно, что в доме семьи Уайт обычно проживало порядка 10-15 человек. Кто были эти люди? Это, был, это были люди, которые могли постучать в дверь дома семьи Уайт и сказать, добрый вечер или день, брат Джеймс или, или сестра Эллен, вы знаете, вот такая ситуация, мне негде жить, могу я у вас немного пожить. И вы знаете, они открывали дверь своего, своего дома и позволяли таким людям какое-то время пожить у них. То есть это говорит о том, что народ Божий всегда следовал советам Господним, вот таким образом относился к странникам, пришельцам, к тем людям, которые оказываются в той или иной нужде. И неспроста Господь напоминает еще тогда своему народу, и мы понимаем, что эти слова актуальны и сегодня, и сегодня они звучат. Для нас и призывают нас, чтобы и мы таким же образом относились к людям, кто является пришельцами, и кто не имеет, пожалуй, ни средств к существованию, ни места жительства? И я думаю, что этот вопрос сегодня достаточно актуален. Если мы посмотрим на то, что сегодня происходит в нашем мире, что вы можете сказать о Европе? О Ближнем Востоке, о беженцах. Может быть, кто-то нам напомнит. Уже мы сегодня живем в такое время, когда нам не надо говорить о Европе и, и Ближнем Востоке, потому что все это на самом деле намного ближе к нам, чем мы можем себе представить. Вот стоит нам выйти э, на улицы наших городов, вот, оказаться в каком-нибудь торговом центре на рынке. Вот. Практически, наверное, в каждом городе есть места, где э, можно найти, ну, условно говоря, рабочую силу таких вот паденщиков. Mm -hmm. а, вот даже у нас здесь, в Заокском. А, вот. И вот, вот пожалуйста, оно, оно, оно рядом. И поэтому вопрос в том, как, как церковь может себя в этой ситуации вести, что она может делать, реаг... как она может реагировать, потому что мне кажется здесь как бы, ну здесь э, тоже, э, ну как мы читаем о повелении да, любить э, переселенца, но как бы тут тоже есть две крайности. С одной стороны можно полностью игнорировать, да, с другой стороны ожидания, э, ну как бы у другой стороны могут быть э, столь высоки что, значит, те, кто, допустим, призван оказывать помощь, это, этого просто не в силах сделать. Ну, допустим, вот, да, речь идет, ну, из там Заокский, да, или Москва, например, да, вот у людей. Людям нужна, ну, кто приезжает, да, там регистрация, прописка и так далее. Но далеко не всегда это то, что церковь и члены церкви могут себе позволить сделать по отношению какому то там стороннему человеку. А ожидания есть. И вот как вот быть, да, между так вот молотом и наковальни, да, или между э, силой и харимдой, между повелением любить ближнего, да, и такими вот э, какими-то ожиданиями, что церковь может в этой ситуации сделать, вот, то как бы можно же, как вот Яков, Якова написано, да, то есть иди грейся, вот, питайся, вот, мы за тебя помолимся, вот, так нельзя. А с другой стороны невозможно всех накормить и всех обогреть и всех приютить и всех прописать. Вот мне кажется, вот это вызов, с которым мы сегодня сталкиваемся, как, как себя повести, что, что делать. Я думаю, что этот вопрос достаточно актуален и думаю, что, наверное, неспроста сегодня в нашем пособии есть эта тема, потому что на самом деле мы должны для себя ответить на этот вопрос. Ну и, пожалуй, найти, не знаю, как говорится, вот эту золотую середину, потому что ну, любая крайная позиция, она неправильная, потому что мы не можем отказаться от людей. Но если мы полностью займемся этой, этой проблемой, то, пожалуй, людей столько, что мы должны тогда будем забыть о своей жизни. Разве что это наша миссия или, или у нас особая программа для этого? Итак, мы читаем о том, что Господь и в древности, и сегодня продолжает вести нас и напоминать нам о том, что мы должны помнить о ближнем. И в Священном Писании перечисляется, э, вот, перечисляются вот эти люди, которые относятся вот к этой социальной группе. Это и пришельцы, это и сироты, и вдовы. Э, словом, люди, которые оказываются в сложных жизненных обстоятельствах, мы, как христиане, должны находить возможность, чтобы быть к этим людям справедливыми, чтобы оказывать им помощь. И здесь в пособии также отводится место правильной судебной практики, потому что так, так часто ведет себя человек. Ну, вы знаете, что человек – это существо с греховными наклонностями, существо испорченное, эгоистичное. Поэтому ему нужно напоминать то, о чем Господь напоминает нам сегодня. И нередко бывает так, что человек несправедливо относится к людям, которые по положению ниже него. Поэтому нам напоминается о правильной судебной практике. У нас сейчас нет времени, чтобы читать тексты, опять-таки, из нашей основной книги, это книги второзакония. Но что вы можете вспомнить о хорошей судебной практике здесь, в этой книге? Господь призывает быть нелицеприятным к человеку, у которого есть деньги, и у человека, который бедный и несчастный. Принцип жизни человеческого общества, кто платит, тот и музыку заказывает. Господь всему этому противодействует и говорит, что справедливость в судах твоих должна быть одинаковая к человеку, который что-то имеет, и, том, и к тому человеку, который единственную возможность использует свою для того, чтобы найти справедливость, он идет в суд, и он должен получить там справедливость. По крайней мере, Господь желал, чтобы в израильском народе именно это и было. Да, сказано, не извращайте закона, не смотрите на лица. Выслушайте, судите справедливо. Потом это как эхо звучит многократно. У пророков. Угу. И через пророков Господь обличал, что именно этого вы и не делаете, и не выслушиваете, и не помогаете ни сироте, ни вдове, ни пришельцу, ни несчастному, страннику. То есть э, вот здесь закладываются эти основы, а потом Господь постоянно к ним возвращается. То есть никакая другая новая версия не предлагается жизни, а вот это. Поэтому где бы мы ни были, когда бы ни жили мы всегда будем к этому возвращаться. Да, совершенно верно, потому что это часть закона Божьего, к чему Господь нас призывает. И Господь призывает нас, чтобы мы жили благочестивой жизнью, которая означает, что мы одинаково будем относиться ко всем людям. И в частности, окажем должное внимание ближнему. И э, говоря о ближних, опять-таки здесь в книге Второзакония, в 24 главе, можем посмотреть, здесь отмечен ряд текстов. Это Второзаконие, 24 глава, с 10 по 15 тексты, где говорится о том, как относиться к ближнему, к бедному, как поступать с залогом, как поступать с наемником, как выплачивать за труд, и так далее. И Господь строго предупреждает, чтобы Его народ не нарушал вот этих норм и правил отношений между людьми. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на этот урок субботней школы, в котором мы говорим о том, как Господь учит нас относиться к к Нему, как Богу великому и всемогущему, и в том числе к нашему ближнему. Мы можем вспомнить и слова Иисуса Христа. Когда-то Он напоминал своим современникам и сегодня нам, говорит, что когда мы поступаем справедливо и хорошо с другими людьми, то это мы относимся к Нему. Когда-то, когда Он придет во второй раз, будут те, кто будут оправдываться и скажут, Господи, мы Тебя не видели. Но Господь именно об этом им и напомнит. Пусть Господь благословит нас и поможет, чтобы мы сегодня внимали советом Господним, чтобы мы были послушны Господу, и чтобы мы в нашей христианской жизни исполняли закон Божий как первую заповедь — поклонялись нашему Господу и признавали владычество Господне, так же и вторую заповедь — чтобы мы служили нашему ближнему, чтобы мы помнили о нашем ближнем, чтобы мы помогали и оказывали внимание тем людям, которые э, оказываются в нужде. Тогда будем помнить, что оказывая эти добрые поступки нуждающимся, мы это проявляем, наше отношение к Господу и нашу любовь к Господу. Пусть Господь благословит всех вас и поможет, чтобы и вы в вашей жизни поступали так же.